Кельченко. Очень приятно. Евгений Иванович Кириченко, еще при жизни, распорядился ФАПа Переваловки приобрести компьютер. Купили давно, но так получилось, что вот не удалось своевременно отдать. Вот только сейчас довезли. Но зато с принтером. Теперь лучше. Ну, объясните, как пользоваться, да? Объясните, как пользоваться, как все это подключится. Интернет, я надеюсь, у вас тут есть в Переваловке? Конечно же, отсутствует. Но должен же появиться, да? Ну, обещают. Вот уже второй год я здесь нахожусь, обещают интернет. А вот в связи с выборами они как будут это делать? Наверное, в связи с выборами как раз и появятся. Было бы очень замечательно, потому что я... Ну, у нас же на всех избирательных участках сейчас там видеокамера разводит. Ну, пользоваться умеешь? Конечно, конечно. Вот. Ну, это здесь ладно. Я, в принципе, без интернета не представляю. Молодец. Вот. И было бы, конечно, очень хорошо, если бы еще интернет провели, тогда бы всю документацию было бы легче доставать, и работа бы намного упростилась. Электронная почта, там, всякие отчеты, допустим, было бы намного проще. Короче, теперь нужен интернет. Ну вот первый шаг сделан уже. Компьютер есть на ФАПе. Теперь принтер привезли. Ну там, конечно, очень. Будет интернет, будет хорошо. Все, спасибо. Мы поехали в Судак. Спасибо. Вам спасибо. Удачи. Удачи в работе.